Между Москвой и Санкт-Петербургом пустят дополнительные сапсаны. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. ОАО РЖД 27 декабря запустит дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и северной столицей. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. Также там отметили, что это связано с высоким спросом пассажиров на поездки в этом направлении. Уточняется, что «Сапсаны» начнут отправлять со станции в 11.30 и 11.40, обратное отправление в 11.00 и 11.10. В службе добавили, что продажа билетов уже началась, а их стоимость составит от 2978 рублей. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!